Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! С вами Казуку Фэмили. И сегодня мы проходим необычную игру, русскую новеллу, которая показывает нам, почему не стоит иногда отдыхать в зарубежных странах, что с вами может произойти. Поэтому качество игры среднее отношение, но главное, чтобы был интересный сюжет. Называется она «Чок-чок. Зубы на крючок». Вот, поэтому мы начнем. Всем приятного просмотра. Готовьте чаечек, кофеечек. Я надеюсь, игра будет поддерживать геймпад. Погнали. Окей. Давайте в хронологическом. Из Таиланда. Игра в молчанку. О, в 20-м году. На зимовку. Ого. Thank you.
опять поселился. Прикол. Да, конечно, шрифт такой себе. Окей, отправляемся в номер, наверное, свой. Алекс
Алексей, что ли? Интересно, поворотик. Мы идем за мылом. Прикол. Thank you.
да, бытовушка пока происходит. Зачем? Thank you.
Бабка, значит, колдунья, а мы покупаться пошли, да? Музыка прикольная. Поддельные амулеты. Забавно. Короче, фигня всякая. День второй. Бесплодная земля. Thank you.
второй. Но атмосфера игры, в принципе, интересная. Мне нравится. Это она совсем на девочку особо толком не похожа, хотя хз. Так, и что будет?
Рынок, ну да, мы ищем рынок. А подвести они не могли, да? Шикарно. Прикол. Так, мы на рынок, получается, едем, да? Я просто не все читаю, потому что тут тупо описание ситуации. Тут главный сюжет увидеть. Подъебал он его. Да, веселушка.
Так, мы вернулись обратно. Что случилось? Не дал помыться, блядь. От выражения пацана.
могло скиснуть молоко даже в холодильнике, лол. Блять, я надеюсь, он пацана нахуй не потеряет. Я в ахуе буду, если он пацана, блять, потеряет. Нам дали пацана. Congratulations. Так. Это сохранить? Ну да. Сколько мы уже играем? Ого. 46 минут. Нормально. Какие нахуй друзья, чувак? Друзья, блядь. Какие у него друзья могут быть в Таиланде? Да нет, Кристина для него слишком взрослая. Похороны, блин. А, они рыбу, что ли, хоронят? Гениально. Рыба, эти овощи, походу, да? Лук, грибы. Шпинат, брокколи, прикольно. И соевый соус еще. Thank you.
готовим, блядь. Они пришли, что ли, уже? Чё-то они его подъебали. Будто и годовщины, блядь, не было. Чё по телеку? Ого, уже день третий. Прошлые месяцы.
рыбу нам подложили, а куда мы идем?
Так, понятно, с ребенком мы поговорили. Какая-то есть теория чук-чук зубы на крючок, да? Угу. Так, ну куда мы идем?
делать? Опять хавчик Мы ее дольше не трогали, блин. Мы что, на пляж идем? Thank you.
мы направляемся обратно к себе. Да, веселые дни у героя, конечно. И опять на пляж. Пока вообще ничего не происходит. Чисто бытовуха, персонажи. Жрём в отеле, спим, с детьми бегаем. И вот эта детская игра. И что нам малая подскажет? Мы крабов ловили. А дальше?
спали, кто-то стучит. И что такое? Thank you.
Thank you.
российско-тайский. Гигантский палочник, прикольно. О, прикол в туалете. День четвертый. Шекспир Уильям. Прикол. День четвертый, 9 января. Пляж. Ну, мне кажется, на пляже что-то и кто-то будет. Так. В общем, я тут, наверное, сохранюсь. В принципе. В общем, игрушка была... По первым впечатлениям неплохая. Единственное, что крипово стало, это вот эти скрипы в конце и какие-то тени. Это уже немножко крипово. А так, в принципе, все идет бытовушно, повседневно. Разговоры о проклятии, о том, что какой-то Миша был утонут
отец ребенка какого-то, вроде как, я понял. Вот. В принципе, атмосфера игры неплохая. Как турист приехал вот в эту гостиницу, и там начала происходить какая-то хрень. Я думаю, вам это понравилось. Я не стал все читать, потому что все-таки куча бытовухи, а сюжет продвигается чуть-чуть. Для меня тоже это все читать. Язык устанет. Ну вот как раз вот пишут разработчики, что была написана за 11 месяцев, почти за год. Это история, которая заставит задуматься, отличная ли идея ехать на зиму в теплые страны. То есть это было зимой в этом Таиланде. Вот. Ну а с вами, в принципе, был Казуку Фэмили. Ставьте лайки, приглашайте друзей, делайте репосты. Мы узнаем, что же будет дальше. Чок-чок. В четвертом дне. Я не знаю, сколько всего дней. Но по первым впечатлениям мне новелла принесла положительные впечатления в плане музыки, персонажей, фотографий. В принципе, для русских довольно неплохо. Если эта история закончится интересно, то это такой отличный будет среднячок. Ну а с вами был Казоку. Всем пока-пока!